Всем привет, друзья! С вами Ева, это, разумеется, я. Мы вернулись в нашу семью Фокс. Нашу семью мега-мега-тупо-дупо Фокс. У меня есть планы по поводу Реджи. Диадара Малорад у нас кушает миндальное печенье, которое приготовила сама же. Я удивилась, она у нас вообще-то не кулинара. Тут оказалось, что умеете печенье готовить и пироги ваять. Что материнство с девочками-то... С женщинами, простите на секунду. С молодыми, красивыми, привлекательными, успешными, богатыми женщинами. Хотелось мне кое-что сделал с Реджи. Планы у меня на него еще остались. Вы хоть уже и попрощались с ним, вам уже хоть и грустно от того, что он погиб своей смертью, старческой смертью. Мы его не оставляем. Именно поэтому Реджи мы не отослали в загробный мир, только лишь Куни и Сису. Куни и Сиса, как вы знаете, у нас не прорисовываются. Я вам уже 100 раз показывал, покажу еще раз. Куни и Сиса, как родители Иулю или Рейни, допустим, не показываются, потому что они в загробном мире, и теперь они от чего-то совершенно не ясно, почему неизвестные персонажи для нас с вами. Наверное, в следующий раз я просто буду отправлять могилы на кладбище, создам какое-нибудь кладбище, качаю, конечно же, с галереи, поставлю в одном из райончиков и туда буду отправлять все имеющиеся у меня надгробия, чтобы они не стояли возле домов и не пугали моих домочадцев, но зато у меня будет оставаться... Ох, какой красивый фисташковый цвет, только сейчас заметила, вау! Аж мороженку захотелось. Ну, наверное, мужчины не очень поймут, они у нас в оттенках не слишком разборчивые. Мальчики, мужчины, неважно, кто-то из нас даже уверенно дальтоник. Так что, поверьте мне, это красивый фисташковый цвет. Как увидишь, так сразу печенку или мороженку хочется. Что ты здесь ходишь? Почему ты застряла в лестнице? По-моему, ты ее смущаешь. Они сейчас будут кушать. Смотри, бутерброд у нее там с арахисовым маслом и желе. Может быть, конечно, я бы не стала своему ребенку давать бутерброд с арахисовым маслом и желе. Но это Sims, они тут горохом кормят детей, и это абсолютно нормально, так что почему нет? Думаю, ты съела миндальное печенье, ты молодец, но подать ужин лапшу с чесноком, потому что ты не единственная, кто хочет кушать в этом доме. Ренни не первая троечница средней школы Бакингема, явно не последняя. Может, выходные стоит поднапрячься. Ренни, короче, у нас троечница. Ну и ладно, ничего страшного, подумаешь, зато она няшка. Ренни, не расстраивайся. А, ей похер, смотри, она не расстраивается. У нее эти приспущенные веки вниз, и она вполне себе довольна жизнью. Мое успевание сегодня удовлетворяет, если я не буду осторожен, могу получить средний балл ниже, не сосредоточиться на школьных целях. Почему у тебя окунь есть, а домашней работы нет? Куда ты делась? О, нет, только не этот баг, когда она забрасывает домашку хер пойми куда, и никто теперь ее больше никогда в жизни не найдет. Это потерянная домашка, и теперь из-за этого у нее будет падать и падать и падать и падать балл. Может быть, ну, слушайте, теперь только если она сама решит начать делать домашку, внезапно найдет ее где-то в недрах этого дома. А может быть, она вообще где-то в гостях его бросила. Это конец. А можно через компьютер, может быть, учиться? Может быть, здесь все так продвинуто уже стало? Комедия, писать, семья, найти работу, ампер, играть, другие варианты. Может быть, открыть дневник, общение, сеть... Это все не то. Как же много багов в Sims 4, я просто с ума схожу. Большую часть из них даже не пофиксили до сих пор. Ой, ты уже съела? Давай тогда тебя еще, не помню, приучили тебя к горшку или нет. Как-то это меня прошло, потому что мы давненько семью не посещали. Ну давай, конечно же, тебя будет приучать к горшку. А, нет, приучать только, да, она все еще не научилась. Хорошо, Иулю, давай. Я вот только что купила игрушки для ящика, здесь есть функция купить игрушки. Мне интересно, зависит ли вообще от игрушки, какая анимация играния? Потому что она сейчас играет или с машинкой, или с вертолетом. Также можно было бы играть с какой-нибудь бабочкой. Но это же дракон. Должна делать вид, что он извергает пламя и тому подобное. Но, видимо, это не сильно зависит. О, Ренни может писать плагины теперь. Слышишь, Ренни, так ты помимо того, что красотка, еще и программированием увлекаешься. Ламарок, информационная рассылка компании Ламарок. Я думаю, что стоит это сделать. У тебя будет логика. Вау, великолепно. Тебе нужно, правда, общение. Слушай, давай тогда потом еще в программировании поупражняешься. Тебе нужно пообщаться с кем-нибудь. Я думаю, что пообщаться. Просто поболтай. Ты брокколи. Куда она знает брокколи? Она никогда в жизни ее не ела. Это так мило, я прям не могу. Это что за любовь? У тебя уклад малыша кровь, отход за малышом, сама по себе награда. Но только если все в 4. Рэш, ну загробная жизнь, Рэш. Уже пора бы угомониться, остепениться навсегда к нам. Ура, иметь в семье привидение. Теперь у нас есть привидение? Он теперь с нами? А? А? Да! Реджи! Теперь у нас есть свое привидение. Даже получила ачивку за это. У нас есть собственное привидение. Это великолепно. И знаете, что самое интересное? Во-первых, оно теперь может убираться у нас дома. Оно. Редж, ты слышишь, да? Ты теперь, когда привидение, ты для меня больше не человек. Ты теперь для меня оно. И оно вроде как не уходит в могилу. Оно просто всегда с нами. Всегда существует. И ты вроде как хорошо готовить умела. Нет, я, может быть, что-то
путаю. Есть способ сделать Реджи телесным, но он очень сложный. Даже не знаю, стоит ли нам с вами начинать этот квест. Он нереально сложный. Для приготовления амброзии начало навыки. Так что давайте сначала навыки разобьем, а потом уже будем ингредиенты собирать. 10 уровень навыка кулинарии, 10 уровень навыка изысканной кулинарии, 7 уровень навыка садоводства. Итак, кулинарии том 1. Давайте кулинарии. Наверное, кулинарии том 3 ему уже нужно готовить. Он же весь такой прошаренный. Здравствуйте, Реджи мужик. Это Аласи. Приглашаю вас на празднование моего дня рождения. Аласи. Ну, ладно, договорились. Я иду к тебе, Аласи. Можно пригласить Аноки, дорогой. О, господи, у тебя со всеми великолепные отношения. Только не со смертью. Смотри, после того, как смерть поступила с тобой так ужасно, ты теперь ее не то что ненавидишь, но она больше тебе не друг. Вы как бы вроде друзья, но как бы вообще-то нет. Давай всех просто пригласим. Всех. У тебя же не было ограничений. Ей! Смотри, как нас много. Николай Петров? А почему у него женская прическа? Господи, это Николай Петров, у которого очень длинные волосы. Атлантика? Аласи, ты немного странная сейчас. Ну, то есть, я не привыкла видеть тебя в таком виде. У них свищи любовь, 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 любовь. Давай сфоткаемся. А я такой, смотри, на Арианы, такой красивый. А можно зачать детей или уже нет? Воу-воу-воу, громко. Заняться в уху только можно. Блин, с призраком нельзя зачать детей, это обидно. Ну ладно, я думаю, что мы и так найдем, чем заняться. А где у меня... О, она такая милая. Ты посмотри, какая красотка. Ой-ой-ой. Ренни, как ты хорошо выглядишь. О, боже, мне так нравится. Тут есть что похавать? По идее, сидит специалист по карвингу, но я не вижу, чтобы было что похавать. Слушай, если бы не Реджи, мне кажется, на этой вечеринке вообще не было бы людей. Реджи сюда созвал полгорода, а бедная Агнес праздновала бы в одиночестве. Она звала только Реджи, считай. Слушай, ну, конечно, может быть, в этом есть тайный секретный романтичный подтекст от того, что она звала только Реджи. Она хотела, наверное, вспомнить было и всякое такое. А тут понабежали эти подростки, толкаются, жрут. Они уже умеют по лестнице даже спускаться. Ничего себе, хорошо их Аласин тренировала. Наша Анна только-только этому научилась. Круто. Вообще молочать. Гулять сами выходят. Ну, главное, знаешь что? На самом деле опасно. Вот они вышли погулять, а вот тут дорога. Рэдж, может, хватит дрыхнуть? Мы все-таки на вечеринку пришли. Где твой былой запал? Раньше бы уже все на головах стояли рядом с тобой. А что это сейчас вот это началось? Халатик, кроватка. Ой, тоже, говорит, праздник мог быть и получше. Испортил со своей девушкой отношения. Серьезно? Из-за того, что тебе не понравился праздник. Чего ты ходишь за мной по всей квартире? Я ушла в комнату ребенка. Здесь вообще никого не должно быть. Иди, уйди отсюда. Вечно все заходят в наш дом. Вот всем здесь надо, а? Ты посмотри. Пожалуй, Диодара теперь будет выглядеть у нас вот так. Шапку она свою снимать не хочет. Я ее просила, она говорит, нет, не буду. Так что пусть остается так. Реджи, что ты ни хрена не делаешь? Что ты все ходишь, жрешь, да пьешь? И типа, на этом твои полномочия заканчиваются. А как же прокачиваться? Сегодня, говорит, в баре мужской вечер. Давайте сходим и повеселимся. И звонит он при этом Диодаре. Как именно ты хочешь повеселиться? Да типа, Улио, я не хочу изменять. Научилась говорить спасибо, пожалуйста, но она не хочет говорить ни спасибо, ни пожалуйста, ни за что и никогда. Вот это у вас тут развлекухи. Давайте все поможем Рене с проектом, ну хоть немножко. Она очень неаккуратно работает, вдруг еще стоком шибанет. Конечно хочу, Жень, Жень, конечно хочу. Вот я уверена, что именно это в голове у Рене творится. Значит, такая сидит, неаккуратно работает над проектом, ногой сверлит дырки, и тут внезапно... Ренни, здравствуй, не хочешь зайти ко мне в гости? Да, я иду. Какой там проект? Она же двоечница, самая отпетая, самая отъявленная двоечница. Естественно, сразу ноги в руки и в гости к Жене скачет. Если кто не помнит, Женя это сын Евы, ну то есть той Евы, которая у нас живет дольше всех, которая такая типа вся прокачанная, у нее много классных навыков, а ее муж переспал практически, не знаю, мне кажется, с каждой женщиной из трех районов, ну не с каждой, но со многими. И так хочется жирной вредной еды, которую продают только на фестивале шутки и забавы. Пойдем перекусим. Боже мой, ну я даже не знаю, кого же выбрать. Женю, который тут стоит рядом с ней, жарит хот-доги, такой весь типа старается. Или вот этого дорогого чувака. Блондин или рыжий, блондин или рыжий. Па-пара-па-пу-пу. Женя такой типа вся хот-догов, говорит, нафигачу, пора, дуренечку. Позвал к себе в гости, то есть не постеснялся с родителями. И тут какой-то мужик, который предлагает мне жирной вредной еды, но она к ним на свидание же даже вроде ходила, к нему тоже клинья подбивает, так что, извини, Женя, тут смс-ка пришла, типа, на фестиваль приглашают, вот. Я, конечно, могла с собой Женю сейчас взять, но это было бы дико несправедливо. И тут внезапно Реджи звонит, Рень, а как насчет
проекты. Бать, ну какой проект? Ну ты о чем? Подожди, я на фестивале. Нам нужно похавать, это наше сегодняшнее задание. Фо. Банми или фо? Банми, нет, давай фо. Это какой-то супчик прикольный. Может быть, супчик придет ее в чувство. Ну, знаете, как говорят, горячие супчики — это то, что нужно, чтобы настроение поднялось. Выигрывает команда шутники, все получают 500 баксов, фейерверки и микрофон. Достойная победа шутников из школы. Ух ты! Он, по идее, так же будет сейчас крутиться? Да! Ух ты! О, я такой милый. Только жаль, что разбился. Ей! Завершать свой школьный проект, получать дополнительные баллы. Хорошие? Но пока еще нет, понятно. Ложить багаж. А если активировать, то что он будет делать? Воу! На самом деле, на этой прекрасной ноте мы с вами закончим серию. Всем большое спасибо за просмотр. У Реджи очень много дел. Очень много дел. Эй, а что поцеловать на ночь? Ну, мам! Ну, в общем, у Реджи очень много... Мам, такая это вообще, просто я в шоке. Мы остались наедине с малюткой в комнате, я бы очень побоялся ли такие картины вешать в комнату Алисы, они более криповые, чем прекрасные. Зато из окна вид здоровский. Вау, светлячки там всякие. Еще и малышка может встать и прямо начать в окно пырить. Да, увидимся в следующих сериях, всем большое спасибо, если у вас есть какие-то пожелания относительно... О, все-таки вернулась? Ой, это так мило. Вспомнила, спасибо, мам, спасибо. Да, теперь можно тебе тоже идти спать. Все, давай, покеда. Так вот, если у вас есть какие-то пожелания относительно этой семьи, мне всегда интересно выслушать, но тем не менее, если нет, я тоже не расстроюсь, у меня полно идей.